тебе не буде мало. Ой, пускай сирот гуляє, душа співає. Варенички мої, варенички мої. Вообще не пой, просто по нотам розказуй. Кохані. Да, да, вот тогда это он. А скажи мне, пожалуйста, на данный момент ты занимаешь 6-е место. Вот какие ты надежды возлагаешь на Михаила Поплавского? Я на Михайла Михайловича, в принципі, надії возлагати ніякі не можу, тому що ну, на нього не можна возлагати якісь там суперречі. Просто треба, знаєш, розслабитись і намагатися забути все, що ти вмієш. Ой, 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 і до душі припало. Ой, 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 і наше рідне сало. Ой, ой, закуски кращої немає. Гей, наливай, душа співає. Михаил Поплавский – это все-таки достаточно экстравагантный образ, да? Дуже, дуже. Це да. Святе, можно сказать. Да. Ты видел это? Так, соберись. Соберись. Соберись, тряпка. Такие все. Вот так. Вот так. Ну что же, я тебя приглашаю в наш лифт. Дякую. Там ты сделаешь крок-дозирок, и на сцене мы увидим Михаила Поплавского. Сало завжди в моді, сало їм на салі сплю, бо я так його люблю. От якби ще салом укривався, то як сиру маслі б я купався. Ой, 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 і до душі пристало. Ой, 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 де наше рідне сало. Ой, ой, закуски кращої немає. Гей, наливай, душа співає. Ой, 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 де наше рідне сало. Ой, 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 тебе не буде мало. Ой, ой, з тобою наш народ гуляє. Ой, душа співає. Український талісман, віковічний наш талант. Сало – символ сили і достатку. Буде сало, буде все в порядку. Хай кабанчики ростуть, хай багатство нам дають. Щоб ми всі жили, як почки в салі, щоб не знали горя і печалі. Ой, 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 і до душі пристало. Ой, 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 де наше рідне сало. Ой, ой, закуски кращої немає. Ой, наливай, душа співає. Ой, 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 і до душі припало. Ой, 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 тебе не буде мало. Ой, ой, з тобою наш народ гуляє. Ой, душа співає. Ой, 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 ти наше рідне сало. Ой, ой, стопи,
кращої немає, гей, наливай, душа співає. Ой, 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 ти наше рідне сало, ой, 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 тебе не буде мало, ой, ой, з тобою наш народ гуляє, ей, душа співає. Пойдемте, мои хорошие! Михайлович, здравствуйте! О, дякую, о, что рятував. Пожалуйста, вот. Ой, такие маленькие. Как тебе мои свинки мала? Маленькие, крохотные. А это уже второй курс, между прочим, смотрите. Хрюкать, нет, это уже третий. Так, третий. Это уже третий. Обоє, на одном и третьем. Но запекать мы их сегодня не будем, правда? Не-не-не, взагалі їх не треба. Вони ще маленькі, треба підрости. Треба рости, да. Ну, да. У мене мікробалонка, вона більше, чесне слово. Михайло Михайлович. Спасибо большое. Спасибо огромное. Такой праздник, как всегда. Дякую, Україно. У вас же очень жесткие требования, да, по поступлению в Институт культуры. Скажите, а смогла бы Настя быть студенткой в вашем институте? Не, я не потяну. Настя, Настя экстерном бы все сдала. Экстерном? Ну что, давайте я пока отведу студенток на пары, а мы дадим слово жюри. Ну, аккуратнее, потому что вырвутся и убегут. Я тебе хочу сказать, Олег подложил нам свинью, потому что в хорошем смысле, даже не одну, а несколько. Потому что браться за образ классика, Олег, да еще... Это легенда же, это не только классик. Это легенда, Потапчику. Тихо, тихо, друзья, мы перебиваем животных. А ну. Зараз я покажу, как это делается. Диви, диви, мала, мала, я тебе покажу, как это делается. Они только поплав... Зі свинями треба ніжно обертатися. Свині знають, що нужно служитися батьку, а то одеська траса жде їх, якщо що. Гламурно. Одеська чекає всіх, навіть Потапа. Прости, я перебила тебе. Ви знаєте, братися за класика — це завжди таке діло, таке, знаєш, теж неблагодарне, з однієї сторони, а з іншої сторони, Олег одяг на себе шкуру, не побоюсь цього слова, великого чоловіка. На самом деле можна сміятися над ним, але Михайло Михайлович Поплавський повлияв на всіх нас, Олежик. Якщо я думав, що будуть наслідники у Верки Сердючки, и у Михаила Поплавского, и у Потапа, то теперь в этот список прибавляется огромными своими золотыми шагами, с засаленными рукавами Олег Михалюта или Фагот, потому что, ну, просто потрясающая концовка номер. Я вам хочу сказать, забраться на вершину, оседлать золотую свинью. Спасибо, Олег, за настоящий гротеск красок и сексуальности украинской музыки. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Молочный. Я чего подумал, Фагот, я запереживал за тебя, потому что действительно ты раскрыл сейчас просто все карты Михаила Михайловича, все в одном выступлении. Чего? Раскрыл, ты запытал у всех, все знают. Что, да что не, раскрыл? Понятно, ты все собрал в одном выступлении, все это показал. Хорошее перевоплощение, костюм хороший, свиньи хорошие, Настя хорошая, Антон хороший. Саночка. Прежде всего, господа, я хочу, чтобы вы поаплодировали звуковикам, прекрасной команде Михаила Михайловича за такое великолепное исполнение. И световикам тоже. Девчаткам сейчас тогда поаплодировать, да. Теплоход украинской эстрады. Какой теплоход? Ледоход, я бы сказала. Михайло Михайлович, я вам просто хочу сказати, що те, що ви робите на естраді, не може жоден артист сьогодні. Оце діло. Олечка. Оп. Медленно. Ольга, це складно, я знаю. Мій орел. Ні, там начало було кльове. Мій орел. Ти диві джерел, ди джерел.
до джерел. Сектанты, тихо, джерел. Юний орел. Тепер ви. Ти диві джерел, ти джерел, до джерел. Потрясаю. Дякую, Україно! Я піду, просимо, на диванчик, на диванчик.